Друзья, всем привет! Всем привет! К нам сейчас едет Роберт, и мы сегодня будем, где вы там, стричь баранов. Их, наверное, надо загнать. Он сейчас приедет, все скажет, как лучше сделать. Да? Да. Потому что сейчас... Пойдем для начала барана нашего распутаем. Ага, запутался. Бедолага. Ура! Ну вы... Попалась! Сегодня ты будешь лысая. Запутывается. Вот ей хорошо. У нее, кстати, цепь очень длинная. Она вон туда прям под забор ложится. Ей прям там кайфово. Надо этому тоже на цепь. А? Этому тоже надо цепь купить. Просто мы только раз этот. А? Мы же последнее забрали. Ну, надо найти. Если попадется, надо будет забрать. Взять и то ему... Точно такой же. Она первая, самая трусливая. Боже, что сейчас с ней будет? Я даже на это смотреть не могу. Покушай травки пока. Да не надо. Надо закрыть калитку, а то она туда будет лезть. Мне кажется, тоже такой стресс для животного. Ты моя девочка, ты моя красавица, королева, принцесса. Сейчас из тебя сделают красотку. С прической будешь. Голову мыть будем, нет? Макс, мама, пей водичку, пей, молодец, пей. Что, крики будут? Лаять будет. Лаять будет? А я выключу, когда это. Зайдет, пока успокоится. Привыкну сейчас. Да, пацаны сейчас будут лаять. А я здесь краешку. А может быть, сурчик ему нужен будет, да? Ой, трусливая. Ой, трусливая. Ой. Зовет его. И тот нервничает там, да? Боится. А связывать чем? Веревки надо найти. Сейчас не скажу, надо вот связывать. Конечно, надо, она же брыкаться будет. А до холодов успеет, да, обрасти? Конечно, это. Сейчас это быстрее растет. Боится девочка, она у нас трусливая такая. Вообще в этот крах честь не нужна вообще. Не ценится, да? Не, не то, что не ценится. Это совсем другой разговор. Не ценится это да. Это 100%. Но здесь так тепло, их сейчас вообще тут не надо. Наоборот, они задыхают в этом щите. Зимой их что? Зимой у нас не холодно, да? Да, только в прошлом году что-то, я не знаю, откуда столько снег взялось. Тут тоже, да, много снегов? Да. Ну там теплицы все сломали. Здесь этот бегает, посмотри, чтобы не сырый. Что там бывает?
Ну так едет. Кругленький, я не знаю по-русски как назвать. Бородавка? Да, который висит так. Ну, убивает, но не всех. Не убивает. Да, и ты видел, папа, как постигает баранов? Угу. Когда? Где видел? Вот здесь. Сейчас видел. Я в одно место постигаю. Человек подошел, смотрит, говорит, почему он так спокойно лежит? Ага, я сама удивляюсь. Я подойду, а не спокойно лежит. Я виноват, что ли? Они же тоже чувствуют, что как бы это. А 6, да, цена сейчас на 6-то нету. Не то, что на 6-то еще это. Сейчас все искусственное. Да. Никто руками не работает. Никому не нужно. Сейчас как. Дальше будете держать или резать будете? Ну я не знаю, мне кажется, она сейчас беременна или еще она не может быть беременна. Сколько ему? Ну, сколько? Месяцев 6, наверное, 7. Были мальчики рядом? Вот да. Они вместе живут с мальчиком. Ну спокойно может быть. Они с 5 месяцев как пополнится уже. Гулять начинают, да? Да. Курдючные бараны, они больше размером все эти, да? Чем обычные романовские. Больше что? Размерами больше идут? Да, да. Ну, вот эти много ягненок дают. А, рожают много, да? Да. Я тогда мне спросили, сколько, что он молоко даст. Я говорю, а люди удивляются, как. Разве раз только может молоко дать. Он 2,5 литра давал молоко. И у них молоко очень жирное. Жирнее, чем у козлов? Да, конечно. Да, у нас специально из Бразилии привезли этот сорт при советские времена и развивали. Там и шерсть хороший, и молоко дают они. И они такой высокий, здоровый бараны. Интересно, этих горных баранов кто-то мог приручить домой, держит, нет? Сюда? Да, вообще. Бывает, ловят, находят люди. Просто я на картинках видел горных баранов, они насколько здоровые. А, то есть, которые вообще в горах живут? Да, да, дикие вот эти. Да и я, у нас такой нету, что они всегда в горах жили. Ну, дикие типа, нет. Угу. Не, это не то, что они, я скажу, что они так сильно здоровы. Просто у них вот это шерсть, вот это на всю жизнь остается. Я вот в прошлом году тут у одного человека постигал, там вот в шерсть не зашел уже, вот такой толщиной бил. Я пока вот сюда, пока я, наверное, 15 минут только постарался, что вот так хотя бы его срезать. Угу. 3 года он уже завязается, все дела. Колючки только попадают. Да, и у тебя получается, ты то как смотришь, он такой здоровый, такой типа как бик. Ну на самом деле там то мясо то же самое, чем тут, как тут, так и там. Поэтому это только шерсть у него так. И с рогами все. И конечно он страшно, еще он бьет. Вот у нас второй, блин, как даст. Да это пока мало. Ну, у нас
вот такой высокий бель с рогами, у него роги вот такие. И у нас 350-400 голов. Ну это также в селе держали люди. И как бы они пустили, и каждый день один человек пошел и пасет, да? Да, пасет. И получается, мы его уже не смогли пустить, потому что он всем бьет подряд. И не боится, не пугается ни от чего. Даже корова пошел на него, он с рывоком как дал, корова умер. Потому что этот удар, представляешь, как... Я знаю, да. Он маленький, сколько он весит, ну, как даст. Да, удар там. Они бивают, каждый, когда начинается драться, каждый 20 метров назад сдает там. И потом как с рывоком. И вот этот стук, думаешь, ничего себе, и не упадет. Они бивают 15-20 минут. Так. Бьются. Да, бьются, бьются, а потом один так уже, о, все. Да. Ну-ка, все? Посмотрим, как ты модный. Вставать будь осторожно, сейчас он как поднимется и будет бить. Так, красились там, да. Сейчас второго приведу. Да. Почему не продували? А мы вас пускаем уже. Почему? Ну давай хоть вдвоем. Это баран. А, баран. Давай, нет, донесу, донесу. Тебе сколько лет, автор? Джамбо, погоди, что ты? Макс, Патрик! Спасибо. Вот это он поспокойнее немножко. Ну, это хорошая порода. Так у него почему-то вот... А что с рогами делать? Их подпиливать надо? Ну да, это будет скоро туда заходить. Вот это когда маленький был, да, как увидели, или у него не было, он как родился, не было? Ну, были. Были, да, такой, вот, пятки. Тогда его просто надо было как свернуть, и все, он уже не росла ничего. А сейчас, он сейчас скоро вот так будет, и это прет, прет, и в голову зайдет. И что, пилить надо, да? Да, ну, не отсюда, вот, если глубоко там кровь есть, там он будет, это, кровь, а? Где-то здесь ничего нету. Так вот, раз пилили, и все. Так. И когда потоком стригут, там, наверное, это, не успевают убирать. Да, там. Да. Не, знаешь, вот, когда я, это, мы когда держали, мы поехали, упустили и в полю поехали. Ну, пошли там, спасли, и раз я одного прихватил, просто тут они пасется, я здесь оп, прихватил, раз, постригал. Там, допустим, они уже далеко шли. Я его просто взял, так, шесть, забирал куда-то. И ему половина этот, постригни, половина так, он, оп, пошел туда. Потом раз, дошли, все, ага, еще раз ловил, прямо на поле. И еще дальше постригал. И так я до вечера 20-25 баранов постригал. И там знал, где я вот этот шерсть. У нас шерсть вообще покупает. Вот этот, ну, у нас немножко вот в этом районе, где я родился, вырос, там еще и холодно. Ага. Так как. Там у нас и вот этот носки завязает с этого бабушки, и свитер и все. А потом еще и, это как называется, когда, ну, в постели в чем спим. Одеяло. Там, да, типа как одеяло. И еще вот по... в этом, на чем ложится человек. Матрас. Матрас тоже такой толщиной. Он теплый-теплый. В этом холоде ты просто в постель ложишься, и тепло тебе. Вот это все из чисто сделают. Поэтому люди и покупают у нас в рынке. Ну, конечно, это сравнивается с тем, это не чисто. Там я говорю, такой длинный вот такой. Ну да, его надо еще
Да, не, вот тот я, это при советские времена этот сорт привезли, как бы все дела. Сейчас у нас это из Бразилии тогда привезли. И там 6 длинный такой. Хотя сейчас, я вот недавно, это у меня, ну я здесь когда жил, покупал теленки, чтобы потом они корову стали. Вот я их резал, уже они как телки стали, я резал. И вот этот кожа, и как он там называется, вот шкура. Шкура, нигде никто не покупает. Я вот так, я до этого не знал, что здесь. А вообще-то шкура, он же дорогой вещь. Ну это же кожа потом. Да, а говорит, Украина закрывали там границы. Я говорю, ну как, вообще никто не покупали. Я уже начинал интересоваться у людей, кто там занимается. Ну, говорит, Украина как границы закрывали, уже это никому не нужно, то есть никуда возить там. Я так, как так, шкура, это же материал. Материал, который и дорогой, и как бы это, ну, никому не надо. Вот, недавно мы пошли вот краги покупать в магазине. Взяли краги, он уже порванный такой. Я говорю, вот, и нервно чую, я говорю, полмира как бы Россия, в Россию не сделает, привезет из Китая и откуда-то. Не это, не качество, ничего. Типа там дешевле, чем у нас. Не знаю. А этот наш бригадир говорит, Роберт, ну прекрати, ты так нервничаешь, нервничаешь, и что сейчас изменится? Я говорю, ну как не нервничать, да? Почему вот это все так происходит?